В общем, это место мне совсем не нравится. Вот там, где я сидел сейчас напротив себя, где моя куртка сидит, там дует. Я подумал, не время ли мне наведаться в кофейню, которую я давно присмотрел, по дороге в зеленую дверь. Все места у окна заняты. Я думаю, что эта девушка нам тоже ничего интересного не расскажет. Хотя, может, расскажет, но она не настроена на философский лад. Пойдем-ка. День развивается интересно. Моя великолепная шоколадница переполнена. А время близится к весне. И поэтому еще не стемнело. И опять под колокольный звон Сёма выходит на свои бесполезные съемки.